Здравствуйте, это передача «Путешествие по Аляске» вместе с отцом Федором. И я ее ведущий, отец Федор. Как вы поняли, сейчас у меня происходит репортаж на новой камере. Давайте посмотрим вот эту камеру в действии. Вот эта малышка, это Canon SD750. Конечно же, она мне нравится, но посмотрите больше. Это счастливый обладатель, вот этот вот, это счастливый обладатель миллионер. Вот этого миллионера. Да-да-да, посмотрите, это миллионер, счастливый обладатель мультимедиа-центра, ноутбук и огромнейший кинотеатр. И хард. И хард, вот хард, тут еще и рация, вон хард на 500 гигабайт, это пол терабайта. А это счастливый обладатель такого же пути, как у меня, и такого же лэптопа, как у меня, и такой же шапочки, только другого цвета, как у меня. Так точно! Ну ладно, до встречи, гайцы. Увидимся!